Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Вы все еще думаете, что абсолютно все кошки любят молоко? Или, быть может, вы даете вашему мяукающему питомцу косточки, чтобы он полакомился? Если на один из этих вопросов вы ответили «да», этот ролик вам точно будет интересен, ведь в нем мы расскажем о вредных для кошек продуктах. Кошки и люди имеют разное строение организма, и как бы мы ни были близки со своими питомцами, меню у нас обязательно должно отличаться. Что полезно для человека, для кошки может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Итак, давайте подробнее рассмотрим вредные продукты для кошек. Изюм и виноград – очень вредные для кошки продукты, которые могут привести к почечной недостаточности у питомца. Следите за тем, чтобы ваш мяукающий друг ни в коем случае не ел ни то, ни другое. Если это все-таки произошло, незамедлительно покажите животное врачу. Молоко – еще один вредный для кошек продукт. Это в детстве котята могут усваивать лактозу, а во взрослом возрасте большинство кошек страдает ее непереносимостью. Более того, употребление молока приводит у них к диарее. Сырые яйца – третий вредный продукт. После их употребления кошка может заразиться сальмонеллезом и кишечной палочкой. А вот если мяукающий питомец съест яичный белок, у него может нарушиться усвоение витамина В. А это, в свою очередь, приведет к ухудшению состояния шерсти и кожи кошки. Кости – четвертый вредный продукт. Их употребление может привести к проблемам с пищеварением у кошек. Часто кости становятся причиной рвоты, диареи и расстройства желудка у мяукающих питомцев. Кошка может подавиться мелкой костью. Также нередки случаи, когда косточки птицы царапали органы пищеварительной системы мяукающих питомцев. Авокадо – еще один вредный для кошек продукт. Он содержит ядовитое для мяукающих вещество персин, которое провоцирует у животных проблемы с дыханием и сердечно-сосудистой системой. В ряде случаев употребление авокадо кошкой может привести к летальному исходу. Шоколад – опасный для кошек продукт. Он содержит два вредных для мяукающих вещества – кофеин и теобрамин. Первый может привести к перевозбуждению кошки и мышечному тремору, а второй смертельно опасен для кошек. Лук и чеснок – еще одни опасные продукты для кошек. Оба эти овоща содержат вредные для мяукающих вещества, которые уничтожают красные кровяные клетки в организме животного и впоследствии могут вызвать анемию у него. Берегите ваших мяукающих от перечисленных продуктов, и пусть рацион вашей кошки всегда будет вкусным и полезным для нее. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!